4A Games. Готовлюсь отвечать на ваши вопросы, на вопросы читателей журнала «Шпиль», которые касаются нашего следующего проекта, продолжения «Метро 2033», игры «Метро Last Light». Ну, go! Андрей, наших читателей очень интересует, будет ли игра линейной или нет. Ну, я понимаю, в чем скрытый вопрос. То есть, не будет ли игра свободным миром. Мы не хотели в продолжении менять существенно жанровую окраску игры, поэтому все то, что нам удалось, мы сохраним. Поэтому игра по-прежнему будет линейным, киношным, насыщенным приключением в постапокалиптическом мире. Локально свободы мы добавим, ее будет больше, чем в первой части. Но в целом побродить по всей Москве, хожу туда, куда хочу, нет, такого не будет. То есть это все-таки будет сценарный шутер. Ну, это хорошо, что игра не превратится в GTA, но как насчет открытых пространств? Сколько их будет? Будут ли они вообще? Их будет больше, чем в первой части. Если в первой части условно можно было сказать, что их было процентов 40, то здесь ну, твердая половина действий игры будет на поверхности. Поверхность, она более френдли для создания, в общем-то, открытого мира, поэтому вот эти островки локальной свободы, где можно побродить, позволят игрокам находиться там столько, сколько они хотят. То есть там созданы, в общем-то, создан живой мир, и на поверхности, да, вы можете походить, погулять, вас никто не ограничивает. Отлично. А какая будет продолжительность игры и сколько предусмотрено концовок? Ну, продолжительность пока закрытая информация. По поводу концовок мы будем также использовать систему кармы, которая секретно была внедрена в первую часть. Поэтому игроки смогут прийти не к одной концовке. Количество пока умолчу, но, в общем-то, мы повторим тот же трюк. Единственное, дадим немного больше правил игрокам. Потому что в первой части это был такой некий эксперимент на людях. Ну, в принципе, по нашему разумению, он удался. 90% пришли к агрессивной концовке, 10% к мирной. Эту тему мы будем также развивать. Андрей, а в каком году будут происходить события игры? Через год после окончания первой части. Общий подход в этой части у нас был сохранить все то удачное, что было в первой части, убедительная атмосфера, один из самых убедительных игровых миров. Ну, собственно, это по отзывам и критиков, и игроков. Удачная сценарная, нарративная направленность игры. Второе, подправить то, что не удалось или было не понято. И третье, бороться за графический олимп. Спрашивают, будете ли вы менять место действия? Наверное, люди хотят в Подмосковье тоже побывать в каком-то в рамках игры. Одной из задач, которую мы поставили себе в этом проекте, максимально разнообразить ну, графический сеттинг, чтобы люди, которые играли в первую часть, им было интересно в плане увидеть новые локации, необычные локации.
Ну, немножко тайну приоткрою. Ядерная зима у нас постепенно меняется на ядерную весну. Соответственно, это идет таяние снегов, это много воды, ну, больше, чем в первой части. И я думаю, мы порадуем тех, кто ожидает чего-то новенького. Люди очень ожидают невероятного чего-то от мультиплеера. Сколько там будет режимов и какие они будут? На данном этапе я могу сказать, что он будет, и мы максимально стараемся сделать так, чтобы мультиплеер не был просто довесок, мультиплеер не должен быть просто для галочки. Мультиплеер должен нести в себе уникальные особенности нашего мира метро, и мультиплеер должен быть комфортен для игроков, которые в настоящий момент играют в другие онлайновые шутеры. То есть это будет микс знакомых режимов и режимов уникальных. Микс знакомых механик и механик, которые уникальны именно для метро. Мы в него сейчас постоянно играемся, и это интересно. Вам нравится? Да. А сюжет игры будет хоть немного пересекаться с сюжетом книг? Да, будут некие пересечения. Никаких конкретных книг серии за стол мы не брали. Но какие-то небольшие рассказы, какие-то персонажи внимательный читатель и внимательный игрок заметит. Спрашивают, почему мы снова играем за Артема, а не за Хантера, который всем очень понравился. Да, Хантер это был первый претендент. Когда мы задались вопросом, о чем будет продолжение, довольно быстро мы отмели идею использования второй книги Глуховского метро 2034, в силу того, что пришлось бы менять жанр. Хантер был следующим кандидатом, долго обдумывали, и все-таки Артем победил. Хантер был эпизодический персонаж, который появился в игре на, ну, буквально на несколько минут, и ну, в этом был его основной минус. При этом с Артемом игроки прожили много часов вместе, и нам подумалось, что игрокам будет интересно узнать, что же произошло с ним дальше. Тем более история Артема в книгах Глуховского дальше не описывается. Вот, собственно, ну, исходя из этого, решили делать Артема. С Глуховским совещались много. И тоже пришли к выводу, что лучше делать Артема. Ну и, соответственно, вместе с Глуховским эта история уже не писалась в виде сценария игры. Мы снова, может, встретим Хана где-нибудь неожиданно? Мы стараемся максимально использовать всех тех персонажей, кто остался жив в первой части. Даже очень хотелось Бурбона вернуть, но, увы, он умер. Хотя, возможно, все возможно. А сегодня у нас 19 октября. Сколько примерно процентов игры готово на данный момент? Ну, крайне сложно ответить. Ну, 60. А над каким аспектом вы сейчас больше всего трудитесь? Что именно прямо сегодня сейчас, вносится? Сейчас реально скелет. То есть сценарий игры обрастает мышцами, это игровыми уровнями. То есть сейчас самая активная фаза. То есть работа над уровнями. Хотим максимально быстро замкнуть всю сценарную линию. Ну и уже дальше делать следующие прогоны, шлифовать и еще раз шлифовать. Окей, у меня больше нет вопросов. Спасибо большое. Вам спасибо.